Дамы и господа, сегодня суббота, 21 октября. Сегодня наш пикник иммигрантов, который долгожданно ждали и который сегодня он есть. Сейчас я срочно забираю в магазине теремок плов, который нам дарит магазин всему пикнику. И плечу уже с грузом домой. В смысле домой, в парк. Так что поехали с нами. Магазин теремок, добро пожаловать. Друзья, мы находимся в магазине «Теремок», и вот Марина, жена Анатолия, владельца, да, которую нам жертвенно отдают 25 паундов плова. Вы можете представить, сколько здесь паундов? Здесь, наверное, около 20. Вот примерно больше, чем эту всю штуку, нам дарят всем иммигрантам на пикник сегодня вечером. Ну, не вечером, сейчас, час ночи, час дня начинается. Час дня. Поэтому мы благодарим вас и приглашаем всех иммигрантов местных. Приезжайте, поддержите ребят, которые поддерживают нас. Вот тут все можно купить, здесь лучшие цены и свежесть лучше всех. Поэтому спасибо вам, Марина. Итак, мы официально в парке. Люди пришли, мы распаливаем все на свете. За огонь у нас отвечает папа Игорь с Киева. Игорь, спасибо тебе за привоз это все. Заур с нами, Запорожье с нами. И вот там все, кто принесли, уже расставляют пищу. Мы ждем домики. Это, наверное, самый праздничный вид, который мы ждем. И колонки. Итак, прибыл долгожданный груз. Богдан Кирилюк, группа Crossroads. Ты не боишься на камеру попадать? Не отступай. Итак, среди нас бородата, очередь стоит помогать. Вот это то, что нужно, Богдан, спасибо тебе. Сейчас парни идут, смотри, целая армия. Вышло большое солнце, поэтому мы все потихоньку будем передвигаться. 20 метров на запад. Зачем мы наблюдаем установление прыгающего домика. А вот самая настоящая работа происходит именно здесь. Один из промоутеров этого ивента, компания Афиша Давид himself. Так что спасибо за поддержку. Спасибо. И спасибо за намеки. То есть я бизнесом позвонил, от твоего имени мне раздали плов и хлеб. В будущем мы можем больше даже просить. Я сейчас осознаю, что бизнес... Просите, и дано больше. Да, просите, и дано будет. Ну да, все. По описанию, короче. По описанию все. Короче, сейчас у нас проходят игры на знакомство. Кто откуда приехал, в каком месте родились, в общем, такое знакомство. Я не знаю, как называется такое зверье с зубами такими. Бобер? Да. Короче, чтобы справедливо пригласить людей за пищей, мы всех разделили по сезонам рождения. И кто угадает больше слов, та команда идет первой за пищей. Дети здесь веселятся, шашлык здесь вовсю жарится. Дядя Коля, Запорожье, вас рады вас видеть. А где вы сидели даже в конце? Я здесь спрятался. Ну, рад вас видеть. К большущему удивлению, у нас три сезона собрали все 24 слова. Поздравляем зиму, весну и осень. Но победителем является лето! 33! Ваши аплодисменты! 33 слова, лето. Самые резкие ребята. Два часа назад приземлился. Да, какие ощущения? Я приземлился. Великолепные ощущения. Вообще супер, просто невероятные ощущения. А что именно? So incredible. Аж по-английски заговорил. Парень приехал по студенческой визе из Харькова. Еще не по студенческой, не-не, он просто приехал сейчас. И он изучает возможность поступить куда-то. Да, ну, визу получил через студенческую или пока у тебя была виза? Виза, да. А, гостевая, виза, да? Но он изучает возможность поступить куда-то в высшее учебное заведение здесь в Америке. И, Алик, ты все эти, все знаешь эти Один из вариантов GSF университет, который MBA предлагает и дает студенческую визу с разрешением на работу с CPT. Это очень мы с тобой по этому поводу запишем специальное видео, потому что люди, знающие английский, интересуются этим. Илюх, ну очень классно это сделал, классное мероприятие. Да, перестань. Нет, ну я думаю, очень хорошая атмосфера. Так что все, я думаю, очень довольны и готовы ждать, готовы брать какую-то еду. Поэтому это... Отлично.
И что, бесплатно раздаются подарки? Вау! Спасибо, Вероника Ведрон. Так, у нас курочка подошла. Итак, здесь у нас известные блогеры, известные личности тусуются. Рад вас видеть. Мы вас помним месяца 3 назад, да, вы приехали? Больше. Супер. Вот наши звезды. Как у вас дела? Как вы адаптировались? Спасибо. Вроде живы пока, все нормально. У вас знакомые здесь есть среди вас? Среди нас? Парочка есть, конечно, парочка. Но... То есть не теряйтесь, наводите новые контакты, мы рады вас. Я вашего брата встретил, у портного. Он говорил, да. Круто, да, круто. Так, здесь у нас ребята минские. Здесь Минска, не? Да, да, да. Мурат, известно, как зовут? А, это ты свежий, недавно приехал из Донецка. Илья, молодец. Легенда, о тебе слышал, классно. Есть тебе предложение сделать какую-то такую, не знаю, как встречи, на которых люди будут практиковать лингвистский язык, потому что Сакраменто, я так понимаю, это большая проблема, потому что невозможно практиковать язык. Да. Ты бы, например, мог сказать, вот сегодня мы с вами идем в магазин и покупаем, там, не знаю, что-нибудь покупаем. И, ну, все вот должны тренироваться, общаться, быть кассирами. Это прикольная идея, такой клуб английского создать. Потому что, ну, русскоязычная эрия, и люди реально, ну, им хочется практики английского. Это нужно, это для выживания нужно просто. На самом деле, это у меня... тебе. Да, но это будем думать об этом. На самом деле, мне ближе к сердцу создать клуб предпринимателей и людей, которые хотят что-то делать в сфере бизнеса, недвижимости, инвестиций, то есть такой движняк, это мне к сердцу ближе. Тетя Лида, скажите в двух словах. Что вы думаете о этом мероприятии? Я думаю об этом мероприятии очень необходимо наших людей встречать и благословлять, и рассказывать, почему мы это делаем. Потому что наш Бог велик, наделил нас радостью делиться тем, что от Него. Спасибо. Является, тетя Лида является очень большим помощником. Она многим людей помогла, возит на appointments и встречи с аэропорта. Легенда, человек-легенда. Спасибо. Спасибо, да. Илья, благослови. Спасибо, радость. Легендарные люди из Карелии. Привет. Мы рады вас видеть. Про вас еще видео не вышло, но вас будут все знать. Пойдем угощаемся. Насчет, на самом деле, еды уже много уже съели. One, two, three! Иммигранты Сакраменто! Добро пожаловать всем, кто нас слышит. Ждет вас такая дружная семья. Это я записываю. Передаю всем землякам нашим на нашей родине. Профессиональный Саша с Кастровали делает фотосессии семьям бесплатно. Насколько это круто. Смотрите, какой он профессионал. С такой пушкой. Все, вижу, все довольны, все счастливые. Оставаться такими же. Супер. С жизнерадостными, стремящимися куда-то. Искать друзей, искать хорошую работу. Здоровье главное. Супер. Когда есть здоровье, будет. Супер. Как вас зовут? Меня зовут Аня. Вы давно в Америке? А мы 2 года. Можно? Та же рестайм. Я вам и восхищаю. Да. Благодарю. Как только мы приехали, вот. Игорь там пас мясо, а мы с ним так. И я просто восхищена. Дай Бог вам удачи. Это все наше общество, я тут ни при чем. Не, ну вы так хорошо ведете. Общество надо, стадо надо как-то в барану у нас. Да, не, не, не. Так что... Это все люди, которые добрые, это все они принесли, так что... Не, ну я не за это. Главное организовать. За настроение, да. Чтобы принесли, надо организатор. Ну, да, мне просто грех это не делать. Я тут живу через забор. И... Ну, тут живут многие, но никто не делает. Да, не, все делают. Вот Юля. Мы уже... Она все... наша приемная бабушка. Тем более. Да. Так вы здесь живете, значит? Нет, я не здесь, мы дальше живем. Это Олега мама. Олег. А, окей, классно, да. Класс. Профессиональная студия. Я бы хотел... Называется Борода Channel. Здесь телеканал. Илья сзади подобрался с камерой. Здесь тут такая студия, профессиональный микрофон. Вообще красота.
Я хочу в кадр попасть, мне просто человека. Вот теперь. Меня сейчас видят 18 тысяч людей, уму непостижимо. Наша очередь пришла фотографироваться, мы очень рады. На таком закате солнце. Сейчас сначала мы, папа, а потом всю семью зовите нас. Лев, садись. Часов. Народ не собирается уходить, но мы потихоньку начинаем сматывать столы, потому что будет закат солнца и уже будет тяжело собраться. В общем, все классно. Мэн, я поражаюсь этим парнем, просто супер. Богдан, ты супер. Спасибо всем вам, что вы пришли. На этой ноте мы просто благодарим всех и официально мы распускаем всех с миром, но... А то есть, если кто спешит домой, кто не спешит, оставайтесь. Илье, спасибо большое, что мы уже здесь год, который нам помог очень, когда мы приехали с жильем. Заселились мы на Хава-Веню. 3040 Хава-Веню. Апартаменты. Апартаменты, да. Русский менеджер Иван. Русский менеджер Иван, да. Немножко поддержали нас в выходные, но благодаря Илье мы туда попали. Супер, спасибо. Я хочу выразить свою самую искреннюю благодарность Илье Корефану и его команде за то, что они мне помогли благоустроиться здесь, в Калифорнии, в Сакраменто. Помогли с машиной, помогли с квартирой. Большое им спасибо. Thank you. Ну, хочу сказать, что благодаря нашему большому-большому другу, товарищу Илье, мы нашли здесь жилье, нашли машину и вообще... Нашли друзей, и смогли обустроить наш быт. Но самое главное, это, да, вот тебе правильно сказал, мы нашли очень-очень много друзей, которые помогают, подсказывают. Ну и мы, в свою очередь, в меру своих знаний, своих возможностей помогаем, подсказываем. Поэтому большое спасибо этому человеку. Ты молодец. Thank you. Хотим в двух словах выразить благодарность Илье Корефану, который оказал непосильную помощь нашего конкретного заселения на улицу иммигрантов в городе Сакраменто. Да, очень нам помог снять жилье с его помощью. Можно сказать. Ничего бы у нас бы не получилось. Почему? Да. Потому что мы пробовали, но это было сложно для нас. Супер. Спасибо вам и огромное. И вы украшаете нашу улицу. Спасибо вам. Спасибо огромное. Ты недавно приехал? Да, я недавно приехал. И как ты нашел аренду? Аренду я нашел через группу иммигрант Сакраменто. Вот там вышло видео ваше. И если бы не это видео, я не нашел бы первое место для жилья. Красава. Вот. Thank you. Good job. Поздравляю. На этой ноте наш праздник заканчивается и крепость обваливается. До следующего праздника. Аня, тебе понравился праздник? Ага. А тебе? Да, классно. Ой. И вся наша улица очень рада. И спасибо, что были. Все. На этой ноте давайте со всеми попрощаемся, скажем всем пока. Всем пока. Хорошего дня. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пока! Все, и села батарейка, как раз вовремя.